Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко находится в Дагестане с бригадой медиков. По прибытии руководитель столичной больницы, которая первая испытала на себе всю тяжесть борьбы с коварным недугом, встретился с министром здравоохранения Дагестана Джамалудином Гаджиибрагимовым, чтобы обсудить основные задачи рабочей командировки. Специалисты планируют посетить несколько медицинских организаций, перепрофилированных под стационары для лечения пациентов с коронавирусом. Московские врачи ознакомятся со схемой лечения, проведут осмотр тяжелых пациентов. Главная задача приезжих специалистов – не проверять, а помогать и поддерживать дагестанским коллегам в этой нелегкой борьбе с новой инфекцией.